Камера видеонаблюдения фиксирует вроде бы хорошее дело. Неравнодушный прохожий помогает подняться мужчине, видимо, не рассчитавшему меру выпитого. Однако в ходе причинения добра что-то пошло не так. 46 тысяч наличных стали слишком большим соблазном. Потерпевший обратился в полицию, и уже на следующий день злоумышленник был задержан полицейскими. Оперативниками уголовного розыска личность подозреваемого установлена. Им оказался ранее судимый за убийство 41-летний житель Энгельского района. Похищенное подозреваемый потратил на покупку акустической колонки. Следователям Следственного управления МУ МВД России Энгельское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом В части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кражи. По словам подозреваемого, чужие деньги он потратил на свою мечту. Всегда хотел иметь акустическую колонку, вот только насладиться трофеем не получилось. Слишком уж коротким был промежуток между преступлением и наказанием. Андрей Багаев, Виктория Щербакова, Ольга Иванова, дежурная часть, Саратов.